8 октября в городе Одинцово на улице Молодежной сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло». Цель данного мероприятия – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, а также прививание юным горожанам навыков правильного поведения на дорогах. Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости использования детского удерживающего устройства при перевозке маленьких пассажиров, а пешеходам о том, что использование световозвращающих элементов на одежде поможет им быть более заметными на дороге в темное время суток.